Лехтонен. Быстро освоился на площадке. Швец роговой на Кемпайнена. Тот сбрасывает на Кузьменко. Кузьменко стреляет в дальнюю девятку. 3-1. Ювелирное попадание Кузьменко. Из-под ног защитника наносил бросок и в самую девятку отправляет шайбу. Тут достаточно сложно было что-то сделать Шимону Грубицу, когда из-под коньков вылетает шайба. Тем более достаточно близко уже было до ворот. Кузьменко. У Кузьменко гол и результативная передача. 2 очка он уже набирает.